Софони Жарадзе стала финалисткой Евровидения 2010. Вместе во втором полуфинале выступили исполнители сразу из 16 стран. В финал прошли представители 10 стран, в их числе певицы из Армении и Азербайджана. Уже сегодня днем на сцене Теленор-Арена в Осло пройдет репетиция главного шоу. Финал популярного музыкального конкурса состоится 29 мая. Зрительская аудитория Евровидения – это около 120 миллионов человек. Georgia, la Géorgie.